Это грустная история о том, как я переделывал фонари в своей девяточке, потому что с ними постоянно что-то случается. Приходится постоянно передергивать фишки, вставлять спички, убирать окислы и многое другое. Я не буду наводить здесь красоту, главное, чтобы все хорошо, функционально работало. А также я знаю, что вы сделаете лучше.